Годовой объем рынка торговли людьми превышает 40 миллиардов долларов. По данным Совета Европы, жертвами современной работорговли становится около 4 миллионов человек в год. В мире рабство процветает, век за веком не ушло. Раб с рабыней только знают, как им жить нехорошо. От Америк до Европы через Азию пути. Не какие-то там тропы, по которым не пройти. Поезда и самолеты днем и ночью там и тут на невольничьи работы перевозят и везут. Где-то в шахты загоняют, где-то женский нужен труд. Хлопок дети собирают и ночами что-то шьют. Им в награду лишь кормежка, за проступки тумаки. Но мала должна быть ложка и жестоки палачи. Среди нас работорговцы, потребители услуг, а не волки. Где же овцы? Чья-то дочь, а может, друг? А ведь и правда. Наши дети и друзья могут попасть в рабство в любую секунду, и никто от этого не защищен. Казалось бы, за окном не средневековье, а 21 век, но работорговцы до сих пор существуют. Несмотря на то, что есть государственные органы, которые призваны охранять нас от посягательства на личную жизнь. В первом фильме мы рассказали, что главным поставщиком рабской силы является гражданин Хитман. Однако, проведя наше собственное тщательное расследование, оказалось, что власти нашего острова полностью коррумпированы и также связаны с данным видом бизнеса. Представляем вам второй фильм о работорговле. Рядом со мной сейчас находится один из представителей охраны гражданина Хитмана. Здравствуйте, расскажите, что вы можете рассказать о Хитмане? О Хитмане, друг, много можно сказать. Но одно, скажу точно, с ним шутить не стоит. Человек он серьезный, и делами занимается серьезными. Людьми торгует, наркотики, оружие привозят, причем серьезно. Армейское, не какое-то там фуфло, понимаешь, повстанческое, а серьезный арсенал, с которого и танк подбить не стыдно. Короче, с ним шутить не стоит, поверь мне. Хорошо, расскажите, пожалуйста, Балагур действительно помогает Хитману? Друг, да сложно там все. Страшно мне говорить, но делать нечего, назад дороги нет. Коли начал, так продолжай. В общем, дело там семейное. Там все серьезно, друг. Балагур — это его дядя. Поэтому все так вальяжно чувствует, понимаешь? Там все завязано на семью. Там друг друга прикрывают, несмотря на отношения. Сам знаешь, семейные узы, они самые крепкие. Так вот, понимаешь, Балагур — это дядя. Есть еще Евген такой. Знаете, наверное, этого деда. Известная личность. Уважаемый у нас на острове человек, я уж не знаю, авторитетный тоже, к словам прислушиваются, проблемы решает. В общем, это его дедушка. Несмотря на то, что он даже, наверное, не в курсе, что он творит, но он, по крайней мере, его всегда прикроет, всегда, так сказать, от беды уберет. Так что он со всех сторон прикрыт. Еще есть СДД, тоже уважаемый человек нашего острова. Там тоже все непросто, это его отец. Понимаешь сам, да, то есть он чувствует себя вольготно, со всех сторон прикрыт, со всех сторон защищен. Ну, проблема в том, что он все равно ходит по краю, понимаешь, рано или поздно это все закончится. Добром это все не кончится. А любовница у него девочка хорошая, дерзкая зовут ее, понимаешь, влюбился я в нее. Вот не поверишь, вот раз и шибануло, бля. Сколько я пережил, сколько ходок было. Все ни по чем, а тут увидел и все, короче. И все потерял, понимаешь, разум потерял, блин. Не могу я смотреть, понимаешь, добром это все не кончится. Загубит он девчонку. И себя, и девчонку погубит. Уберечь ее хочу, поэтому пришел к тебе, друг.
При разговоре по телефону вы упомянули, что у вас есть какая-то важная информация. Поделитесь? Да, информация есть. Предполагается в ближайшее время сейчас новая поставка рабов. Там молодые мальчики из Средней Азии будут. Причем поставка будет крупная, поэтому, поверь мне, за это стоит уцепиться. Вы сейчас упомянули про его семейство. А оно как-то замешано, как-то участвует в его схемах черных? Ну, история долгая. Так сказать, бородатая, семейная. Все началось еще очень давно. Сам СДД, его отец, у него свой агробизнес. Семена, культуры всевозможные. То есть он именно этим и занимается. Он ему хотел его передать. Ну, Балагур, дядя его, подкинул ему идею по быстрому обогащению. И они начали заниматься выращиванием мелких наркотиков. Время шло, они расширялись. Наркотики перестали быть легкими, стали тяжелыми. Надо было думать о расширении. И Балагур сделал гениальный ход. Он баллотировался на должность губернатора острова. И после этого у них дела пошли в гору. Он прикрывал Хитмана, а Хитман под его крылом уже смог серьезно развернуться. Там после наркотиков пошло оружие, тогда же и пошли рабы. То есть Балагур его прикрывал, и тот себя вольготно чувствовал со всех сторон. Потом прошло время, остались прикормленные полицейские, прокурор, много нужных людей на нужных постах. Ну, не мне тебе объяснять, как это работает. Угу. Скажите, отец и дед в курсе, чем занимается Хитман? Хороший вопрос, друг, хороший. Балагур вообще сделал очень красиво, он убил всех пальцем. В выборах ему и помогали, и СДД, насколько я знаю, и Евген тоже приложили руку, да. Дали денег на предвыборную кампанию, замолвили там словечко, он и выбрался. Не в курсе они, друг. Это все дела только Балагура и Хитмана. Они вдвоем это все прокрутили. Можете сказать, после выхода первого фильма что-то изменилось в делах у Хитмана? Знаешь, изменилось то, что твоя голова теперь на порядок дороже стоит, друг. После него у него вышли крупные неполадки с полицией. Серьезный разлад. Там им хвосты накрутили так, что у них, я не знаю, еще дымится, наверное, до сих пор, понимаешь? Их взяли за жабры, и прокуратура взбеленилась, и губернатор забегал. Расшевелил ты клубок змеиный, друг, расшевелил. Проблемы у него есть, конечно, да, и серьезные. Доходы ты ему подпортил, малеха, конечно. Ну, я думаю, если все продолжится так же, то он с горем пополам, но выберется из этой ситуации. А мне нужно, чтобы это все закончилось, друг, поэтому я пришел к тебе. Ну, в общем, друг, время у меня немного. Мне нужно уходить, сам понимаешь. Долго я здесь находиться не могу. Если мою отлучку заметят, то беда-беда будет, друг. Ой, беда будет. Давай, бывай. О времени я тебе сообщу. Держи ухо востро. И оглядывайся, друг, оглядывайся. Хорошо ты насолил, Вадим, хорошо. Итак, таким образом, я могу предположить, что Балагур, являясь экс-губернатором и, как оказалось, дядей Хитмана, по сей день использует свои связи в правительстве для того, чтобы их детище не прекращало существовать. Они настолько чувствуют себя вальяжно, что не стесняясь в открытом доступе рекламируют свои услуги прямо в интернете. Вот один из примеров их услуг. И мы навсегда уберем соседа из вашей жизни. Ты дурак, выруби свою музыку. Слышь меня, жердяй, а ну открывай дверь. Вырубай музыку свою, запарил говно слушать всякое. Ты что, плюешься еще? Наши специалисты оперативно приедут к вам и заберут вашего соседа в рабство в очень короткие сроки. Мы работаем уже на протяжении 10 лет, так что наши специалисты знают свою работу от начала и до конца.
Мы используем лучшее оборудование в помощи нашим клиентам и гарантируем полную юридическую чистоту наших работ, так что вам ничего не угрожает. Если жить людям, тогда мы к вам. Запомните, лучший сосед – это сосед, который работает как раб, а мы поможем ему им стать. Компания «Раб навсегда». Мы позаботимся о вашей комфортной жизни. Спустя некоторое время, а именно через неделю, со мной связался тот же самый охранник. В доказательство своих слов он предоставил мне флешку, на которой была видеозапись разговора между Балагуром и Хитманом, когда Хитман принимал новую партию рабов. Однако стоит отметить, что видеозапись немного была повреждена. Эй, здравствуй, дядюшка, здравствуй, дорогой. Здравствуй, мой любимый племянничек. Как твое ничего? Как живешь? Знаешь, после последнего репортажа как-то не очень. Смотрел этот репортаж. Ну, извини, дорогой мой дружок. После последних событий и после того, как моя политическая карьера пошла в минус, не всегда смогу тебе помочь. Хотя силы еще остались. Дядька, ты не переживай. На этот счет у меня уже есть свой человек в правительстве. Наш общий товарищ. Десант. За определенный гонорар этот человек готов помочь нам в любых наших делах. Абсолютно. Ну, это очень здорово. Да, я не сомневался, что он сможет нам помочь. Хотя, будь с ним осторожен. Он скользкий тип. По моей последней информации... Он очень тесно сотрудничает с прокуратурой острова. Это будет довольно-таки опасно. Но да бог с ним. Я думаю, что эти проблемы мы решим. У меня есть последняя партия. Ты, пожалуйста, забери ее. Вот. Там не все так гладко, как хотелось бы. Есть ряд персонажей, которых надо ликвидировать сразу. Часть я уже ликвидировал. Остальных сам зачисти. На свое усмотрение. Ребята тебе помогут. Да, конечно. Все замечательно. Забирай, они твои. Все, спасибо, дядька. Не сомневался в тебе ни на секунду. В представленном видео можно отчетливо понять, что нынешний губернатор-десантник сотрудничает с работорговцами и оказывает некое влияние для процветания работорговли. К сожалению, похоже, то же самое делает и прокуратура нашей республики. В ходе выхода в свет нашего первого расследования меня вызвали в прокуратуру для дачи показаний. Однако прокурор вместо того, чтобы поймать истинных злодеев, всячески пытался меня обвинить в фальсификации расследования. И вместо того, чтобы задержать пособника Хитмана, прокурор просто отпустил Балагура, не предъявив никаких обвинений. И мы его расследуем. Нет, мы не замяли. Это впечатление, что вы нацелены. Это ложное впечатление. Замять и оправдать. Мы никого не собираемся оправдывать и заминать это дело. Мы как раз хотим, если честно, вот лично мое мнение как генерального, я бы вас сейчас прямо посадил. Вот реально. За дачу ложных показаний, скажем так. Так, что там хотят замять? Я из организации «Гражданская платформа». Мы сейчас все расследуем. Хотят? Вот полицейские опять коррупционеры? Вот ах, гады какие. Пройдемте. Будьте добры, этот... Где здесь коррупционная составляющая? Подождите, будьте добры, документики свои полюбите. Какие документики? Какие документики? На каком основании требуете у меня документы? Что за безобразие? Прокуратура? Есть прокуратура здесь? Есть прокуратура здесь. Кто здесь главный прокуратор? Товарищ Балагур, я. Товарищи вот. Полиция, товарищи. Вы посмотрите, полиция. Сколько пыли на входе. Вы посмотрите, здесь когда-нибудь убирались вообще? Подождите, серьезные сейчас разговоры ведутся. Будьте добры, пожалуйста. Кто лысый человек? Я человек. Кто есть репортер? Почему лысый? А почему ты в шляпе? И, кстати, нам бы хотя бы узнать, где ваш репортер Смайл. А я лысый режим. Я, пожалуй, постою. Нам бы с ним поговорить. Да, вот пока опросим. Зоне сидел. Че, выкололи, что ли? Пожалуйста, присядь. Ты, я что ты пристал? Я к полиции пришел вообще-то. Хорошо язык не оторвали.
Так, тебе полностью. Это отвлекающий маневр, ты понимаешь, да? Серьезно, товарищ Головор, будьте добры, пожалуйста. Я хотел очень рад вас видеть. Очень рад вас видеть. Вы смотрели последнее видео? Пожалуйста. Последнее видео на тему работорговли? Да. Да, смотрел, что. Как вы можете прокомментировать? Почему я должен что-то комментировать? Я обычный гражданский житель. Ваше имя там зафиксировано? Мое имя там зафиксировано? Да. А можно? Я не очень внимательно, видимо, смотрел. А можно спросить, в каком контексте? От вашего имени работают люди. Вот как глава чего? Простите. Как глава работорговческой организации. Кто вы людьми торгуете? Да. Я могу пригласить адвоката? Конечно. Мы вам обвинения-то не приписываем. Просто. Ну, я просто не буду отвечать на вопросы без своего адвоката. Ради бога. Наша съемочная группа также побывала в резиденции губернатора, чтобы выяснить, что же думает сам десантник о ситуации в сфере работорговли. Что касается данной видеозаписи. Я ранее вам сказал, и сейчас еще раз повторюсь. На записи контрабандисты, да, между собой что-то обсуждали и упомянули там, да, мое имя. Вот. Это еще не значит, что я там участвовал, либо же еще что-то. Могу предположить, что это видео просто-напросто как компрометирующее идет. Как агитация против власти, против губернатора, против моей личности в целом. То есть данный факт тоже нельзя упускать, поэтому я думаю, следствие разберется полностью. Также, если вы посодействуете, да, предоставите тоже это видео, как и в приемную губернатора, также и генеральной прокуратуре, и там уже будем разбираться, что, кто сказал, кому сказал, зачем сказал и при каких обстоятельствах. Также я дам пояснение своей генеральной прокуратуре по данной видеозаписи. Хорошо, но, однако, данный контрабандист также до сих пор находится на свободе. Его не поймали. И есть еще один момент, то что прокуратура некомпетентна. В расследовании было сказано то, что Балагур является связистом Хитмана. Меня вызвали после этого видео в прокуратуру для того, чтобы я дал показания. Также там был гражданин Балагур. Однако прокурор вместо того, чтобы предъявить ему обвинение, начал его защищать, тем самым обвиняя меня, то что, мол, наша телекомпания сказала неправдивую информацию, и мы опорочили честь и достоинство данного гражданина. Что, на мой взгляд, является очень спорным моментом. Ну, для начала, я думаю, вам нужно получить комментарии в Генеральной прокуратуре по данному вопросу. Даже если вы считаете, что она некомпетентна, вот, все равно нужно получить информацию, точнее не информацию, даже а комментарии в Генеральной прокуратуре. Так как я по данному инциденту либо же уже запамятовал, что там конкретно происходило, на сегодняшний день какого-то комментария по этому поводу я вам сказать не могу. Могу его дать позднее, это уже когда я свяжусь с генеральным прокурором, с ним переговорю, что там было конкретно, когда это было и при каких обстоятельствах. То есть я на данный момент, на сегодняшний день информацией не владею по данному вопросу. Может быть, я и владел, но уже запамятовал. Визит к губернатору и его комментарии в очередной раз подтверждают, что десантник сотрудничает с работорговцами. Ведь на сегодняшний момент с выхода первого фильма так никто и не был задержан. Балагур и Хитман по-прежнему ведут свою деятельность, а прокуратура, видимо, при поддержке губернатора, всячески пытается скрыть тот факт, что работорговцы полностью контролируют верхушку нашей власти. Gangsters of paradise.